Алексей Зубков – один из самых талантливых и красивых актеров современного украинского кинематографа. Он обладает не только яркой и запоминающейся внешностью, но и приятным голосом. Долгое время начинающий актер играл в театре. Он всегда знал, что успеха добиваются маленькими шажками. После его появления на экранах на Алексея буквально посыпались предложения от режиссеров. Игра актера заставляет поверить во все происходящее. Он передает чувства своего персонажа на отлично. Зубков много лет состоит в счастливом браке с Татьяной Шляховой. Они вместе со студенческой скамьи. Супруги проживают в Киеве. У них родилась дочь. Зубков активно снимается как в украинском, так и в российском кино. Актер снимается как в мелодрамах, так и в остросюжетных фильмах. Свою творческую биографию кинозвезды Алексей начал в 2005 году после сериала «Алексея Козлова. Прииск». После этой роли ему стали поступать предложения от лучших режиссеров. За ним закрепилось амплуа сильного, доброго и надежного мужчины, да и его данные соответствуют этому. Рост актера 193 сантиметра, широкие плечи, мужественные черты лица. Но при всем, все его персонажи не похожи друг на друга, у них разные характеры, темперамент и так далее. Пожелаем этому замечательному актеру творческих успехов и семейного благополучия.